О том, что в ракетной промышленности мелочей не бывает, фрезеровщик РКЦ «Прогресс» Сергей Кабанов знает не понаслышке. На протяжении нескольких лет он занимается штучным производством сложнейших деталей. И за вчерашним стартом ракеты-носители следил с особым волнением. Ну вот вчера улетела ракета с космодрома «Восточный». Это, наверное, наша заслуга была станочников и других профессий. Для старта все были детали изготовлены, тоже частичные для космодрома. В областном правительстве подводят итоги конкурса «Профессионал года». Он проходит в Самарском регионе в четвертый раз. Каждый год выбирают лучших в своем деле по 10 направлениям в 66 номинациях. Престиж рабочих профессий необходимо повышать, отмечает губернатор. Очень важно, чтобы мастера своего дела чувствовали свою востребованность. Человек на будущее. Своими золотыми руками, может быть, мудрой головой, ничего в жизни добиться невозможно. Что только труд, и только добросовестный труд, честный труд, человека делает настоящим человеком. Лучшие в своем деле получают заслуженные награды, диплом и премию в 60 тысяч рублей. Мы будем очень стараться оправдать ваше доверие. И заверяем вас, что вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы одна команда. Команда губернатора. В области проводится большая работа по защите интересов трудящихся. Реализуется программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда. В результате по уровню занятости область сохранила лидирующие позиции среди регионов ПФО и четвертое место по стране. Марина Матвеевна, Дмитрий Мешканцов. События.